Больше парень. Ну что, выпускаем? Кого первого? Они живут. Они, в принципе, смотри. Парочкой. Включай свой этот фотоаппарат. Так посадить. Убежит, наверное. Да, сейчас. Я думаю, что мы их откроем. Просто они вроде как паровались. У них же парочка. Да. Какой-то романтик даже был. Так, парень, спокойно. Что не понимает? Меня тут кормили в этой клетке, да. Я четко знаю, что тут еда. Ну выходи. Иди, не бойся. Не, говорит, не пойду. Не, ну я могу, в принципе, крышку. Не, не надо, они сейчас сообразят. И этот сидит. Иди. Свобода. Девица, иди к парню своему. Римляне, свобода. Идите, продолжайте свой романтик. О! Где? С той стороны. Привет. Я ж говорю, бегут. Иди к нему. Это боится девочка, да? Это девка, да. Вполне возможно, что два месяца, это две недели, они уже там что-то как-то романтику устроят. Может быть, она... Не, вот так. Чуть-чуть спустить, чтобы место было выйти. Да. Иди догоняй. Красивая рыженька. Да, они симпатичные очень. А с ними что было? Вот это от кошек отбирали. Мать погибла. А вон там на плоту бегает тот. Иди, лови друга своего. Вот этого я подпустила к ним, но уже давно. Они пытались вдвоем убежать. Здесь у нас постоянно две.